В семье состоялась традиционная еженедельная сельскохозяйственная ярмарка. На этот раз свою продукцию в город привезли производители Абайского района. Всего горожанам было представлено 10 тонн мяса от 14 крестьянских хозяйств района. День встречи сельчан и горожан остается неизменным. Каждую субботу семичане отправляются на традиционную ярмарку за очередной партией свежих сельскохозяйственных продуктов. В этот день своим товаром порадовали сельчане Абайского района. Они привезли по 4 тонны конины и говядины и около 1 тонны баранины. Все это представили 14 крестьянских хозяйств Абайского района. Хозяйства продают свою продукцию напрямую, без посредников. Такая торговля налажена ежемесячно. Теперь налоги не платят. Место для них бесплатное, поэтому они могут продавать свою продукцию напрямую. И поэтому она дешевле примерно на 10-15%. Вообще у нас развито только животноводство. В будущем помимо мяса мы намерены привозить и молоко. Вся продукция экологически чистая, без каких-либо добавок. С этой стороны очень выгодно горожанам у нас покупать. И цены доступные, потому что напрямую продается. Семичане хорошо покупают. Благодаря качеству, выбору и доступным ценам число постоянных посетителей ярмарок растет. Одна из них – жительница города Татьяна Бекер. Семичанка каждую субботу приобретает здесь и мясо, и молочные продукты, и овощи. Цены, конечно, пониже и выбор больше. Когда выбор больше, цена меньше. Становится качество, видать, что свежее мясо. Я постоянно приезжаю сюда, беру. Настроение покупателям в этот день создавала музыка. Вместе с производителями на ярмарку приехали артисты Абайского района, подарившие семичанам любимые песни и весеннее настроение. Сауле Байгалиева, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».